В Славянском районе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно как в медучреждениях, так и по месту работы. Для этого надо обратиться в Славянскую ЦРБ. Сотрудники и студенты Славянского электротехнологического техникума понимают всю важность и необходимость вакцинации от COVID-19. Они обратились в Славянскую ЦРБ, и медики сами приехали, чтобы сделать прививку желающим. А таких оказалось немало – более 40 человек. Вакцинировать будем вакциной гамма-ковид-вак. В коллективе 121 человек. С учетом сегодняшнего дня вакцинацию охват 50%. Радует то, что сотрудники техникума грамотно подходят к данному вопросу, учитывая ситуацию в стране и в крае, и с готовностью идут на вакцинацию. Вот на сегодняшний день 41 человек выявили желание привиться. Прививка практически безболезненна, сама вакцина хорошо переносится. Если соблюдать все требования, не мочить место укола и не употреблять в течение 3 дней алкоголь, так как он может значительно снизить иммунитет и прививка будет малоэффективной, то никаких побочных эффектов не будет. Для того, чтобы вакцинироваться, необходима предварительная запись. Телефоны: поликлиника номер 1-445-30, поликлиника номер 2-312-78, Анастасиевская участковая больница 5-13-22, Петровская участковая больница 9-11-72.